Из-за падения добычи на крупнейшем месторождении Шах-Дениз Азербайджан вернулся к закупке российского газа. Контракт между «Газпром» и государственной нефтяной компанией Азербайджана подписан на поставку 1,6 миллиарда кубометров в год. Внутренняя потребность Азербайджана в газе составляет 10 миллиардов кубометров в год. Азербайджан отказался от закупок российского газа в 2006 году после пуска месторождения Шах-Дениз. На месторождение добывается около 9 миллиардов кубометров газа. Однако из-за экспортных контрактов на поставки голубого топлива в Европу по Южному потоку газа для внутреннего рынка в стране не хватает.